Всем привет! С вами канал Art Money, и сегодня я вам расскажу про болезнь блогера. То есть, блогер, да, который человек сам себя постоянно ходит вот так вот с камеры, снимает, там, вокруг снимает, да, который что-то на камеру там рассказывает, как будто бы общается сам с собой. И, соответственно, это есть какая-то определенная такая, может, это больше шутливое, может быть, это и действительно все-таки в какой-то степени болезнь. Я ролик назвала вот так вот, а вы напишите уже свои комментарии внизу, правда это или нет. Я замечала, со многими так происходит. Так, начнем. До 30 лет. Это, то есть, разговор про себя с самим собой. Наверняка вы замечали, что про себя с самим собой вы разговариваете. В принципе, это все разговаривают. Это где-то до 30 лет. От 30 лет до 35 лет разговаривание. Разговор вслух с самим собой и ведение диалога. То есть уже вы именно вслух разговариваете. Наверняка, мне кажется, кто-нибудь себя, когда вы особенно один дома, да, подлавливал, замечал, когда вы начинаете вслух с самим собой разговаривать. У меня, например, так было относительно недавно. Я захожу на кухню и вслух произношу. Я была дома одна и говорю: «Наташ, а ты что, вот этот контейнер вымыла?» И тут же я же сама себе отвечаю: «Ну да, вымыла. Он же чистенький, ты что, не видишь, что ли?» И тут я замечаю то, что я веду диалог сама с собой. То есть именно вот это вот хождение везде с камеры и болтать на камеру. То есть болтать, как сейчас я с вами разговариваю, да, если вот так вот чисто подумать, я разговариваю сейчас с камерой. То есть, у меня дома даже никого нету. Как сама с собой. Вот так соседи через стенку могут подумать. Все. Вот. От 35 лет бурчание под нос и какая-то непонятная речь. То есть, что-то там человек делал, что-то там под нос, что-то там вообще непонятное, что-то там еле разберешь эти слова. Но, кстати, это очень весело и это очень интересно. Я как-то раз замечала, с таким человеком сразу так вот делаешь ухо и пытаешься понять, а что там человек говорит? Это весело, это реально весело. От 40 лет до 45 лет произношение вслух отдельных слов и размахивание руками в разные стороны. То есть, представляете, вы идете там, когда по улице, и там какой-нибудь впереди вас человек начинает неожиданно раз и рукой размахнул. Идет, раз опять махнул. То есть это вот у него такая есть некая болезнь. Или, возможно, это встречается у вас, вы идете там что-нибудь неожиданно. Та-дам! Что-то может быть в этом роде. Не знаю, мне до этого еще как бы немножечко далековато. Но, наверное, не знаю, если у меня тоже так же будет, я потом здесь запишу второй ролик, вторую часть и все это поясню. Вот. У моего мужа так, к сожалению. От 45 лет бурчание непонятное и размахивание рук в разные стороны. То есть тут уже просто бурчание, уже человек более там становится взрослый, какое-то бурчание, размахивание в рук, там что-то. Что-то там в этом роде. Вот. Самое главное, прежде чем стать блогером, хорошенько подумайте, а вам вот это вот надо? Вот представьте, вы сидите дома и просто сами с собой, фактически сами с собой, болтаете на камеру. Со стороны это действительно может показаться очень странно. Особенно тот человек, допустим, который живет один, абсолютно один, к нему никто не приходит, и соседи вдруг неожиданно слышат, как он часами сидит и просто сам с собой болтает. Это будет странно, наверное. Также еще маленький момент, если у вас есть дети, которые видят и слышат, что вы на камеру что-то снимаете, что-то все время рассказываете, то они будут повторять за вами. У меня сын 4,5 года, то есть мы идем по улице с мужем, разговариваем, сын идет рядышком, и вдруг я неожиданно вижу, как он начинает рассказывать, где он сегодня был, что он ходил на танцы, как он танцевал. То есть он все это рассказывает, еще размахивает рукой при этом. То есть дети у вас будут вот такое у них вот будет. Это смотрится, конечно,
странновато, это необычно. Я была, честно говоря, очень сильно удивлена. Я думала, ну, я-то хожу с камерой, а он-то без камеры идет. То есть мы с мужем говорим о своем, он слышит, что мы о своем разговариваем, а он вот он отдельно разговаривает там о своем. А бывает, иногда он еще закрывается в своей комнате и там начинает что-то кому-то рассказывать. То есть иногда еще бывает вот такое. То есть дети как зеркало, да, то есть они от нас все забирают вот это вот. Перенимают, да, правильно, это будет вот так. Вот, вот такой вот был у нас с вами маленькая темка. Пишите свои советы, что вообще происходит у вас в вашем возрасте. Именно вот если вы блогер, или может быть вы не блогер, а у вас вот такое вот что-то там происходит, обязательно напишите. Также смотрите другие ролики, очень много интересных роликов у меня. И архитектура нашей Самары, и еще влоги всякие, обзоры, всего много интересного. С вами был канал ArtMania, всем пока-пока.